Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «С компьютером на ты». В этом небольшом видео мы с вами поговорим про новую функцию, которую нам предоставляет Яндекс. И чтобы ей воспользоваться, для начала вам необходимо скачать на свой компьютер Яндекс.Браузер, если у вас такового нет. И, кстати, данная функция работает еще и на мобильном телефоне, если вы на мобильный телефон тоже поставите данный браузер. В чем заключается функция? Часто мы сталкиваемся с такими проблемами, что часто находим такие ролики, которые являются качественными, несут хорошую информацию, но, к сожалению, они на английском языке. И читать субтитры как-то на русском языке не совсем удобно. Так вот, Яндекс выпустили функцию, которая сразу позволяет переводить голосом то видео, которое вы смотрите на английском языке. И, кстати, да, пока только именно работает перевод с английского языка. Как это работает? Я сейчас зашел, допустим, в YouTube с браузера Яндекс браузера. Давайте я напишу, допустим, здесь English, просто слово, найдем какое-нибудь видео на английском языке. Допустим, это будет, вот пусть будет это урок на урок. Come back to top words. Today we're gonna... паузу. Здесь у нас есть субтитры, это понятное дело, вот они у нас здесь срабатывают. Но, как вы видите, вот здесь наверху теперь написано, смотрите сразу на русском. Нейросети Яндекса переведут и озвучат видео. Давайте я нажму включить. Так, все, теперь работает. Кстати, вот если мы еще видео открываем, у нас здесь вот такие три кнопки появляются, если вы в Яндекс.Браузере открываете. Первое – это открыть видео в отдельном окне, добавить видео в коллекции, то есть наборы свои, вы можете их посмотреть, вот здесь вот они. И перевод видео включен, можно отключить. Давайте послушаем, как это будет звучать теперь. Мы поговорим о 10 способах прекратить переводить в вашей голове. Давайте начнем. Идентифицируйте предметы вокруг. Супер, замечательно. Давайте теперь попробуем открыть какое-то другое видео. Ну, допустим, пусть будет вот это видео на английском языке. Было написано, вот если я даже сюда сейчас наведу мышкой, перевод займет около минуты, когда будет готово, вам придет уведомление. То есть я вам к чему сейчас это показываю, чтобы вы сразу понимали, что иногда перевод занимает какое-то определенное количество времени. И по завершению этого перевода вам приходит уведомление, и вы нажимаете на play, и с удовольствием слушаете видео на английском языке, переведенное на русский язык. Ну а на этом урок подошел к концу. Напоминаю вам, что у нас есть бесплатная электронная книга, которая позволит вам ускорить свой компьютер, сделать его в разы быстрее. Ну а самое что интересное, что после каждой его перезагрузки он у вас будет возвращаться к идеальному состоянию. То есть ему будут не страшны абсолютно никакие вирусы. И если вы хотите скорее, получайте книгу, чтобы все быстрее узнать, перейдя по ссылке, которая находится в описании под этим видеороликом. До новых встреч! Встретимся с вами в следующем видео. Всего доброго!